А я не боюсь смерти. Есть вещи пострашнее. В 19-м году нас уплотнили, и в одну из комнат к нам подселили женщину. Пелагея Захаровна. Такая толстая, противная тетка с бородавкой на носу. Работала на Путиловском заводе. Вот она нас люто ненавидела. За все. За то, что папа, он тогда еще был жив, пахнет хорошим одеколоном. За то, что у нас дома много книжек. За то, что на кухне нам на троих полагается больше места. Вот, а однажды она обвинила меня в краже денег. У отца было больное сердце, он ужасно переживал. И мы не понимали, почему эта жаба не идет в милицию. А она явилась в школу. Гимназию у нас уже тогда расформировали, и у нас было дурацкое название «Единая трудовая школа». И нас смешали с мальчишками. Такими наглыми, дурно воспитанными. Так вот, она сначала пошла к директору, а потом явилась прямо в класс на уроки. И закричала: «Воровка!» И все поверили. А может, не поверили. Но мальчишкам очень понравилось меня дразнить. И во дворе вот невозможно было пройти, когда там были наши мальчишки. Они гримасничали: «Воровка! Воровка!» Как же я тогда хотела умереть. Я даже хотела что-нибудь с собой сделать. Но это грех. Или знаешь, если вот просто не проснуться бы однажды утром, как моя бабушка. Она умерла во сне. Или я еще вот думала, если бы вот меня кто-нибудь убил. Вот кто-нибудь из этих, ну вот... Сашка Быков, например. И тогда бы все поняли, что я не виновата. И чтобы потом вспоминали меня и любили. Ну что, гражданка Баталова, теперь вы понимаете, что нам все известно? Вы признаете свою вину? Сколько вам еще говорить? Я поэт. Слышите меня? Поэт! Вы можете меня оставить в покое? Пуля в лоб тебя успокоит. Отставить! Я сказал отставить. Вы свободны. Я сам закончу допрос. Ты же в отпуске. Отозвали. А почему не по форме? Петров на улице случайно перехватил. Говорит, езжай к ребятам, зашиваются. Так Петров же сам приказал нам закончить это дело быстрее. Вань, не зарывайся.
Сержант, это приказ старшего по званию. Я сам закончу это дело, вы мне потом подготовите документы. Все, свободны. Разрешите идти? Я думаю, что мне потребуется полчаса, я знаю, как с такими разговаривать. Гражданка Баталова доставлена. Здравствуйте, Мария Александровна. Присаживайтесь. У вас было много времени в камере, чтобы, как его это самое, все обдумать. Сегодняшняя наша встреча будет последней. Мне нечего вам сказать. Я все сказала на прошлом допросе. Значит, не хотите говорить правду? Добавить мне нечего. Вы обвиняетесь по статье 58 пункта 1а. Измена родине, шпионаж. Самое меньшее, что вас ждет... Это 10 лет с конфискацией всего имущества, а, скорее всего, расстрел. Но вы можете смягчить приговор, если вы мне скажете, кто еще из ваших друзей входил в вашу организацию. Какую организацию? В какую организацию? Ну хватит валять дурочку! Ты мне все расскажешь! И как тебя завербовала немецкая разведка! И как вы пытались создать организационную сеть здесь, шпионскую! Товарищ, простите, гражданин следователь, какая организация? Мы собирались в моей коммунальной квартире. Я вам говорила об этом на прошлом допросе. Я поэтесса. Иногда мы собирались с моими друзьями, чтобы почитать стихи. Стихи на немецком? И на немецком тоже. Стихи они читали. А я так считаю, что, прикрываясь своими стишками, думали, как подорвать основы советского государства и устроить диверсии в городе Ленинграде. Так ведь? Так? Что вы такое говорите? Конвойный, сюда никого не пускать. Есть. Ты ничего не говорил. Господи, какой-то страшный сон. Ты и они, неужели это правда? Маша. Машенька, я только вчера вернулся из Пскова. Случайно встретил Сидорчука на вокзале. Он мне назвал твою фамилию. Сколько мы с тобой не виделись? 2 недели? Да, точно. А тут такое. Я же тебе говорил, что ездил на свадьбу к брату. Слушай меня очень внимательно. Мы сейчас отсюда с тобой выйдем. Ты пойдешь передо мной. Я следом за тобой. Везде, где мы будем идти, я буду говорить, что я веду тебя к начальству. В коридоре. Перед лестницей на 2-й этаж. Маш, слушай меня, пожалуйста. Я выстрелю себе в ногу, затем пистолет передам тебе. Ты побежишь на улицу, за углом тебя будет ждать машина. Там надежный человек, он довезет тебя до финской границы и поможет нелегально ее перейти. Он даст тебе денег на первое время, но делать все надо очень быстро. Маш, ты меня слышишь? А что будет с мамой? Тебя обвиняют в измене родине.
Мне жаль, я не хотел тебе говорить, но сегодня ее задержали. Ей вменяют 58-12. Недонесение, готовимся к контрреволюционному преступлению. Имеет право издеваться над человеком, тем более над женщиной. А враги народа для нас враги. Ни мужчины, ни женщины. Враги. Вам понятно? Я никого оговаривать не буду. Кто твои знакомые? Кто тот молодой человек, который состоит с тобой в этой, как его, в небрачной этой интимной связи? Говори, потаскуха немецкая! Ты что, вообще этого не понимаешь? Нет, я прекрасно понимаю. Я тебя не понимаю. Мой сильный, умный, благородный. Вот, ты хочешь меня спасти. А скольких ты погубил? Пытал. Бил, как Сидорчук, голыми руками или пряжкой ремня. Выбивал из людей показания в том, в чем они не виноваты. Ну, ты же знаешь, что никакая я не шпионка. А другие, те польские шпионы. Ну, скажи же, наконец, мой сильный, благородный Андрей. А мне плевать на других. Я считал, что прав наш капитан. Он говорит, что если хорошенько покопать, то можно любого посадить. И расстрелять. А может и расстрелять. Но ты... Тебя-то за что? Зачем мне это? Другие, говоришь? Допрашивал я вот тут одного, польского шпиона. Слизняк, ничтожество. В первый же день обоссался у меня здесь от страха. А потом своими портками все помещение у меня мыл, как миленький. На друзей показания дал, на жену! Еще поднажать честное слово, он бы и мать родную продал. А про себя все как на духу. У нас тут, Машенька, не как у батюшки на исповеди. Там грехи утаить можно. А здесь все, все про себя рассказывают. Он, конторская крыса, бухгалтер, деньги потихоньку таскал. И пачерцу свою 14-летнюю совратил. Паскуда! Лучше бы и вправду польским шпионом был. Гражданка Меркина доставлена. Свободен. Подожди в коридоре. Есть. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Проходите, проходите. Да ближе, ближе, ближе. Не бойтесь. Мы ж чай не звери какие-то. Только вот вас и ждали. Начнем. Знакома ли вам Мария Баталова? Да, знакома. Где и при каких обстоятельствах вы с ней познакомились? В компании наших друзей около 2 лет назад. Начали дружить и дружим до сих пор. Иногда мы собирались у Маши дома в коммунальной квартире. И что было на этих, так сказать, называемых собраниях? Это не собрания были, это... А что?
Мы читали стихи, обсуждали рассказы, вышедшие в журналах. Вы комсомолка? Да. И как советская комсомолка, вы должны говорить только правду. Скажите, на этих так называемых собраниях звучали антисоветские высказывания? Нет. Что? То есть мы... Что? Мы просто разговаривали. Мы... Ну... Десяточку всклопотать захотела? А сына твоего? В детдом? Ты же мне здесь сама. Собственноручно. С моих слов записано верно. Читай. Позволялось... Слух! С этим, как его, выражением! Позволяла себе антисоветские и порочащие партию и правительство высказывания. Надо же. Вспомнила. Гражданка Меркина, вы подтверждаете свои показания? Да, подтверждаю. Подпишите здесь и число. Машенька, они все мизинца твоего не стоят. Они все слова твоего не стоят, строчки стихов твоих. Да, честно говоря, я в какой-то момент понял, что и сам-то тебя не стою. И так мне от этого больно сделалось. Я ведь с тобой другим был. А здесь вот совсем другим. И еще злее и злее от этого делался. Как же ты со всем этим живешь, Андрюша? Как? О себе, Мария, все прощают. Иначе бы подохли уже давно все. Маш, я понимаю, ты, конечно, у нас девушка возвышенная. И я действительно понял, что не хочу тебя терять. Понял, что мы вместе с тобой никогда не будем. Ну и ты тоже. Спустись на землю! Спустись! Тебя завтра будут пытать. Тебя послезавтра будут пытать. И когда-нибудь тебе станет по-настоящему страшно. Только я тебе уже ничем не смогу помочь. Ничем! Ты меня понимаешь? Не могу я знать, что они сделают тебе больно. Конвойный! Ну сказано же уже было! Бельский, это Моисеев, выходи! Свидетельница Меркина показала, что ты и есть тот самый жених Баталовой, которого мы искали. Моисеев, ты что, пьян? Не тяни время, Бельский. Тебе все равно конец. Даю тебе минуту на размышление, а потом выносим в дверь. Минута пошла!
Что же ты со мной сделала? А мы, Машенька, гимназию не заканчивали. Романс петь не умеем. А вот схватить вот так вот крепко — это другое дело. И не пущать. Никому-никому. Слышишь? Никому никогда я тебя не отдам. Пришел закат в час горького ненастья. Палач сказал отечески: «Живи!» Как он гордится тем, что по запястье, а не по локоть, все еще в крови. Пожухнут травы, зеленеют травы, утихнет плач и раздается плач, и собирает силы для расправы над этим палачом другой палач. Не убивай. Но вот и плахардея, как новый трон, стоит все в той же мгле. Пришел закат, и я не знаю, где я, но, кажется, уже не на земле.